преследуем белку. Вот, она уже на вторую сейчас доберется. Так, на одну забралась, сейчас на вторую. Что вот она посидит? Здравствуй, красавица. Ой. Ой, мамочки, я боюсь. Нет, не боюсь, я боюсь, она как прыгнет на меня. Нифига себе. Она на меня реально хотела прыгнуть, я уверена. Но потом она решила, что все-таки я больше ее. Но говорят, белки могут так укусить, что мало не покажется. Вот так будешь пальцем крутить, она у тебя на пальце будет болтаться, висеть. Такая вот зимняя белочка. Ну и что дальше, куда мы идем? На верандочке посидим. Куда ведет меня эта белка? Не навернуться бы тут. Смотрите, сколько льда. Куда мы ушли? Ну, здрасте. Ну, ладно. А посмотрите, как красиво. Какой океан. Точнее, это залив реки Гудзон, согласно моей маме. А, вон она, вон она. Так. Ну, хорошо, иди с Богом, белочка. Вот такие вот у нас тут места. В 2 минутах от моего дома. А вот такой тут парк. Смотрите, вот на этом колесе я буду кататься, когда наступит лето. Вот, вон мой дом. Ну вот, какой-то из этих двух. Вот. Такое вот американское место. Этот парк был давно-давно основан. Знаете, те, кто любит вот фильмы в этот пункт назначения, я думаю, это снималось примерно вот в таком парке, потому что это очень старый парк, и тут все аттракционы очень старые, то есть такой прям old school, прям классика классики американской. Я прям жду не дождусь, когда уже можно будет покататься на аттракционах. То есть летом буду ходить на парк аттракционов, в аквариум. Тут рядом еще аквариум есть с рыбками. В общем, и бегать, наверное. Такие вот дела.